Проблема государственного языка неоднократно поднималась в нашей области. О том, какие меры предпринимаются для развития казахского языка, расскажет Мирамгуль Салкимбаева. По словам специалистов по языку, в нашем городе проводится ряд работ для развития казахского языка. Однако выполняемые мероприятия показывают практическую недостаточность. Ошибки на рекламных щитах в разных учреждениях на сегодняшний день уже никого не удивляют. Это доказывает, что наш государственный язык медленно внедряется не только в среду общения, но и в официальные органы. Мы стараемся вести всю документацию на казахском языке, пишем дипломы на тему тюркских языков, научные проекты. Если документация будет на казахском языке, то язык будет развиваться. Ни для кого не секрет, что в нашем городе вся документация сперва пишется на русском, а уж потом переводят на казахский. Кроме того, допускают ошибки не только при написании слова, но и искажают и смысл целых фраз. По словам сотрудников управления образования, каждое учреждение употребляет термины по-своему. Нужно отметить, что в казахском языке одно слово может иметь несколько значений. Да, конечно, мы проводим мероприятия для развития казахского языка. Однако еще нужно поработать над некоторыми проблемами. В казахском языке у одного слова есть два значения. Вот с такими проблемами мы сталкиваемся и потом неправильно пишем. Казахский язык входит в кыпчакскую подгруппу тюркских языков. Для перевода каких-либо слов их значение нужно искать в тюркском словаре, говорят специалисты по языку. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.